Привет, друзья! С вами канал Марабу ТВ. Сегодня будем красить большой и очень теплый свитшот в ледяной технике с помощью порошкового красителя Marabu Easy Color. Краситель окрашивает любые виды натуральных тканей, поэтому проверьте состав ткани, которую будете окрашивать, чтобы в ней не было синтетических примесей более 10%. Свитшот я намочила, отжала и разложила на решетке. Для этого окрашивания я использую кошачий лоток, так как это очень удобно и недорого, а найти просто подходящую емкость с решетчатым дном бывает довольно сложно. Я раскладываю там свитшот вот таким образом и полностью закрываю его льдом. На лед я высыпаю довольно много хозяйственной соды. В магазине она называется кальцинированная сода. Не путайте с пищевой, потому что она нам не подойдет. И тут у меня отключилась камера. Упс, но ничего страшного. Прямо на соду я высыпала краситель из пакетика. Слева просто синий, а справа синий и оранжевый. Это смешение цветов помогает получить нам коричневый цвет. Вот вам небольшой лайфхак, как добиться коричневого. Синий плюс оранжевый. Снимаю решетку и ставлю ее в ванну, чтобы лед таял, а вода стекала вниз. На следующее утро, когда лед растаял, я промываю излишки красителя водой, сначала не вынимая свитшот из решетки, а потом полощу в прохладной воде, не горячей, это важно, потому что краситель реагирует на горячую воду и может окрасить остальные ненужные участки, попортив этим узор. Дальше я закидываю все в стиральную машину на долгую стирку при 30 градусах с порошком, чтобы уж точно смыть все, что может окрасить другие вещи при последующей стирке. Сушим, и вот что у нас получается. Очень красивые природные цвета и реально неповторимый и уникальный узор. Первые 2-3 стирки я все же советую стирать окрашенную одежду отдельно от всей остальной. Стирайте только при 30 градусах и заботьтесь о своей ручной работе. За ней нужен особый уход. Я пойду наслаждаться новой потрясной вещью, а вы подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые мастер-классы. А красители ищите на сайте bestclay.ru по ссылке в описании этого ролика. Ну и, конечно же, не бойтесь экспериментировать, ведь с красителями Marabu это очень просто.